Всем привет, друзья! И вот вспомните, как в течение 3 месяцев до этого конфликта между Израилем и Палестиной по всему миру проходили так называемые акции с сожжением священной книги для мусульман Корана. Вы вдумайтесь, я лично считаю, что это было сделано для того, чтобы фактически повысить градус ненависти, агрессии со стороны мусульман. Я считаю, что правильной ненависти, потому что никто не имеет права уничтожать святыни. Так вот, я лично считаю, что это было специально такое уже начало розжига конфликта между мусульманами и остальным миром. 2,5 миллиарда мусульман в мире. Вы представьте, если бы, допустим, Торру сжигали на площадях, сколько бы это было бы уже вони. Я лично считаю, что какой-то тутловод это все делает.